Иваново, наконец, появилось на профсоюзной карте России. Наш город был избран в качестве места проведения межрегионального семинара по профсоюзному делу. Организатором выступил Союз профсоюзов России. Собрались представители нескольких регионов сразу. В большинстве своем это именно представители профсоюза таксистов, отделений региональных. Это и Калуга, это Тверь, это Москва. Ну, соответственно, Иваново, Краснодарский край здесь представлен. То есть география довольно обширна. Семинар организован не только для обучения руководителей профсоюзов, но и для их обмена опытом с коллегами из других регионов. Как говорится, чтобы на других посмотреть и себя показать. 90% таксомоторов у нас работают легально. Это понимание людей. Вот. То, что работать нелегально сейчас невыгодно абсолютно. И экономически так, потому что власти все-таки занимаются этой проблемой. Вот. Поэтому все-таки, думаю, это понимание людей, вот, что работать легально – это выгодно. Тут уже есть чему поучиться ивановским чиновникам. Кстати, наш местный профсоюз таксист – одна из самых активных организаций этого рода в России. Собственно, именно поэтому наш город и был выбран в качестве места проведения семинара. Учитывая то, что они достаточно молоды, они сделали уже немало. Ну, на самом деле сейчас главная задача – это укрепиться, развиться. Это главная цель. Потому что пока мы не станем сильными, сделать мы ничего не сможем. В течение 2 дней руководителям профсоюзов разъяснили все тонкости работы. Ведь человек, защищающий интересы сотен работников, не имеет права на ошибку. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.